Здравствуйте! В эфире программа «Объективно». Меня зовут Роман Савенков. Еженедельно мы будем с вами встречаться не совсем обычной компанией. У меня есть соведущий, но я думаю, что он сам представится. Не важно, как меня зовут и как я выгляжу. Важно то, о чем мы будем сегодня говорить. Программа наша посвящена обсуждению политических проблем региона и страны. Я со своей стороны постараюсь осветить эти проблемы максимально объективно, с учетом различных точек зрения. А я стану незримым цензором. Ну, чтобы в поиске истины вам было непросто. Я не возражаю. Итак, сегодня поговорим об образовании. Прошел всего месяц, как прозвенели первые звонки в школах, заработали в привычном режиме детские сады. Однако реформа образования уже идет давно и полным ходом. Взять хотя бы проект федерального закона об образовании в России. Да, знаю. Этот закон уже 2 года как принимаем. Кто только руку не приложил. И министерство, и ведомство, депутаты, учителя. Но что-то все как-то никак. Почему никак? Проект закона об образовании был опубликован уже в мае 2010 года. А когда по поручению президента Медведева он был опубликован на сайте, на специально созданном сайте, его посетило 12 миллионов человек. Это 12 городов, таких как Воронеж. И оставили почти 10 тысяч замечаний и предложений. А вы говорите никак. Реформа образования. Кругом одни сплошные реформы. Либерал-демократы, вон слышал, экзамены вузы собираются отменить. Вообще. Жириновский так и сказал. Из-за демографического спада скоро вообще некого будет учить. Но, насколько я знаю, Владимир Жириновский имел в виду единый государственный экзамен. Он уверен, что электронные способы учета знаний абитуриентов вредят качеству. Точно. ЕГЭ вообще нужно отменить. Вокруг него одни скандалы. Там ответы продавали, там мертвые души принимали, там вообще вместо школьников студенты экзамен сдавать пришли. Кстати, после этого политические партии и общественные организации стали высказываться по поводу ЕГЭ. Например, «Единая Россия» уверена, что необходимо совершенствовать процедуру сдачи единого государственного экзамена, да и вообще процедуру приема в вузы абитуриентов. Владимир Путин, премьер-министр, дал соответствующее поручение Министерству образования и науки. Ну и как на это реагируют коммунисты? Как реагируют? Плохо реагируют. У КПРФ свой проект закона об образовании, и они уверены, что нынешний проект об образовании, если он будет принят и реализован, он принесет только отрицательные черты в нашу школу. Мне прям уже интересно ознакомиться с этим загадочным законопроектом. Справедливая Россия что по этому поводу думает? Сергей Миронов назвал проект закона об образовании рыночным. Он уверен, что темных денег в этой сфере и так много, и они ухудшат качество сегодняшнего образования. Так, понятно. А правые? Что, правые разве не высказывались? Отчего же не высказывались? Очень даже высказывались. В правом деле уверены, что нынешние реформы образования губительны для этой сферы. И они предлагают свободные деньги из военно-промышленного комплекса направить и в образование, и в здравоохранение. Я вот, например, вообще не против лишних денег. А уж учителя-то как? Как? Вы разве не знаете, что зарплата учителей с 1 сентября этого года повысилась на 30%? А еще правительство России обещало к 2012 году сравнять доходы учителей со средними по экономике. Вот это хорошо. Я вообще против резких изменений. Я за стабильность и движение к лучшему. Полностью с вами согласен. Но вот видите, мы нашли точки соприкосновения. Мы могли бы говорить еще очень долго об образовании, но наше время подходит к концу. Увидимся в следующей передаче. Всего доброго. Что ж, всего доброго и до новых встреч.